Идол. Этап первый. Поиск материала. 14 часов. Для нас одним из важнейших составляющих этапов стал сбор документальных материалов, засвидетельствовавших не только центральное трагическое событие, но и историю формирования психиатрии и внутренней лечебной методологии. Особое внимание мы уделили проблеме отношения общества к лицам, страдающим ментальными и психическими расстройствами. Большую часть материала нам предоставил музей психиатрической больницы Гинтермуйжа. Также значительную часть времени мы посвятили изучению местности, охватывающей маршрут, который был преодолен непосредственно жертвами. Символики. 11 часов. Избранная форма репрезентации прежде всего опирается на структуру ритуала, о чем подробно указано в описании концепции. Данный подход предполагал разработку и использование материалов, атрибутов, символов, каждому из которых был отведен свой этап. Атрибут номер один. При создании первого атрибута мы опирались на феномен японской культуры кадакуси, являющий собой силуэт человека, образовавшийся в результате истекания из трупа жидкости в процессе его разложения. Атрибут номер два. Куклы, созданные вручную из материалов, найденных в местности, относящейся к исследуемым событиям. Дополняющим актом стало купание фигурок в печной золе. 35 кукол. Атрибут номер три. Кровь. Атрибут номер четыре. Схема построения идола.
и забвения. Объект до настоящего момента стоит на месте возведения. Дальнейшая его судьба остается для нас неизвестной.